Сегодня 18 понедельник февраля 2019 года. Ну, у нас клиентов много, больше 30 тысяч подписчиков, посещаемость больше 30 миллионов просмотров. И последние дни просят показать утренний наш завтрак. И где остальные ребята, почему тут, где, и не знают. Ну, я сейчас покажу. Это вот, как всегда, давай-ка возьми. Это вот и чистит, Володя чистит морковка. Вот она такая, слабенькая, маленькая, пальцы с ладони-то, да проросшая, но он ее чистит и мне подает. Но есть крупнее. А? Есть же крупная-то. Да, есть крупная. А я вот на мелкая терка, вот самая вот эта вот, которая, видно, вот эта мелконькая такая. Каждое утро, ну, довольно много трем мы ее, это очень помогает для зрения. Дальше что? Картошка, у нас очень мелкая картошка, вот она фактически какая была. Ну вот она, на два пальца. Это даже на один палец умещается. Мелочь выбрасывает. А мы это берем. Ну и сварили ее. А маленько только остыла, начинаем очищать. Сегодня нет. Это мы когда вчера чистили, наверное. А потом Володя режет ее. Лук отдельно режет. Ну и что лук-то? Лук простой. Вот он. Куча вот лежит где-то. У нас все есть. Крошит туда. А отдельно, которая мелкая картошка. У нас он эти противни называют. Это показать даже, какая она. Пипу на нем парит. Что-то залепилось. Вот он какой, профиль. Видишь, что-то я не знаю, раздуло так. Тыкву сажаем в духовку. А то за счет тыквы? Картошку подсушим, а? Большая тыква была, вот она раздула. Раздула так, да. Вот. Ну, это что такое вот это? Это Надежда Васильевна торт сделал. Муравейник. Вот. Рыба у нас моего бывает. Это сегодня какая рыба? Да я даже не знаю, какая она. Я покупал моего, а получилось совершенно. Получилось так. Ну, дорогой, говорит. А куда вы кошек делать? А мы из них белых будем делать. А тут где это еще рыба была? А, вот. Рыба это запеканку делают в фольге. Это уже вчера не доел маленько рыбы. И вот это вот. Это скумбрия. Скумбрия, да, вот. Из деревни Потеряевки творог. Сметана, молоко. Сейчас как раз сплошная неделя, ни среды, ни пятницы нету. Это подготовка к Великому посту. Ну вот показали, что у тебя здесь сегодня. Нет, это не то. Вот здесь вот. А, вот суп, пожалуйста. Можно даже посмотреть, что он там. Ну, с макаронами обычный. Ну, с макаронами. Так что есть. Отдельно у нас лук нарезанный. И вот чеснок, дольки чеснока. Простой обед. Хлеб трех сортов. Это вот который нарезанный такой. Это со стола вчера дали, сестры. Да. Это вот такой. С общего. Такой. И отдельно наша сестра пищет сама. Мы муки даем мешок. Нянила Алексеевна. Но она заприболела. И как раз в это время нам дали. Вот. Это вот сухари очень хорошие. Легко размачиваются и вкусные. А в свободное время, когда еще не так, между делом. У нас еще бывает и от тыквы семечки. И семечки эти еще щелкаем. И такие простые семечки. А еще вы не сказали, что батюшка подарил. А батюшка подарил 7 бутылок полных березового соку. Среди зимы, в феврале, березовый сок. Они заморожены у него были. Это просто надо увидеть как. Может показать? Шагнуть тебе никак? Куда? Лежат. Ну-ка захвати томат. Нет, я там, мне придется туда шагать. А? Мне прямо туда придется шагать, в валенках. А что? Ну, не дотянуться. Да руку протяни. Нет. А что, ты убрал уже? Нет, не дотянешься, я же говорю вам. Ну, ладно. Это затраты. А тут что у тебя, сметана? Это Владимир Пенкин приносит с магазина. Понятно. Со своего магазина. Ну и ясное дело, чай, заварка своя, корень солодки есть и другие. На-ка. Ну-ка, что там у тебя? Да вот. Вот. Показать. Вот она застывшая. Вы смотрите, что показываете. Ну-ка, посмотри-ка сюда. Я его положу сюда, пусть отогревается. Не, там жарко. Там жарко. Жарко, да. Ну так, значит. Вон на дрова. А здесь у нас что? Святая вода, растительное масло, разные крупы. А здесь у меня. Вот смотри сюда, зайди, я покажу. Тюль висит, она на тюле палочки, чтобы
по сторонам это не отходило. Голуби лезут. Завтра я сниму их. Аккуратно. Кошек туда загнали. Вот голуби рано утром прогулка. Это вот такие календари. Ну, чтобы если где-то оправиться, так тут легко было собрать. Тазик воды покупать им надо было. И там отдельно железная такая не опрокидывается. Там песок, немножко глины, крупнозернистый песок. И скорлупа яиц, мелко перетертая, добавляется, потому что у них маленькие ребятишки. Завтра я покажу их. И они уже начинают новое гнездо делать. Она одной породы, он другой. Ну, любят друг друга, пускай. Ну, а тут моя работа. Вот утренний завтрак. Теперь сказать. Никита пробыл 5 лет, уехал. Теперь его в армию там не призовут. Все говорят, что молодец Никита. Против русских людей не воевал. Никита Андреевич Колесников. Вот давайте будем считать. Никита поехал домой. Что тут плохого? Ничего тут такого нету. Уехал домой. Виктор Николаевич Савченко уехал во Францию, женился, жена белорусская, на Капанации, кажется, там живет. Вот считайте, Белоруссия. Была у нас Наталья, поехала, вышла замуж в США, в Америке. Моя племянница, она вышла на работе, у них приезжал немец, очень хороший человек, принял крещение православное, уехала в Германию. Вот считайте, Франция, Германия, перечисляем где-то. Виталий Калиников, Виталик, вот уже дня три уехал как в Испанию. Работает знакомая там наша Ирма, не знаю, как хозяина назвать, не могу. Вот, туда уехал. Здесь были у нас в Потеряевке Плотников, уехали на родину к себе в Грецию. Ну, также добрые отношения. Вот я посчитал, почти в 7 местах. И везде распространяют Слово Божие. Главное, что десятину приносят священнику, не берут, а отдавать. А священник, а что это такое, не знает. Если священник в храме торговля, не надо платить десятину. Не надо. А найди нуждающегося и помоги. Даже никак разговаривать не надо. Если во дворе или где они торгуют, главное торгуют здесь. Во дворе и в храме это заравное считается. Поэтому убрать. Десятина должна священнику быть. А куда тратить? А нас это не касается. А если этого нет в храме торговли, надо обязательно платить. Ну вот, коротко показали утреннее, что. Я голубей своих кормлю, показать еще что. Это мелкий горошек, все время добавляю. Дробленый горох. А сегодня утром я еще не давал, но буду им давать. Что еще даю? Отдельно мелкие семечки. Это каждый день добавляю. А куда добавляю? Добавляю вот пшеница. 2 голубя у меня живут здесь. У меня 3 голубятни. Вот. Что интересно, статья в «Алтайской правде» была, ну, я ее цитирую. Крупно, на развороте буквально. У злого человека голуби не водятся. Вот и доказательство. Когда на меня нападают, я показываю. У меня 3 голубятни и в комнате еще есть. Голуби это что-то, ну нельзя ни с чем сравнить. Я вчера немного в докладе сказал, батюшка сказал про жуланов синищих, про дятлов. Но я добавил, потому что это орнитология, я занимался с детством. И первая книга, которую я купил лет, наверное, в 6, сусликов наловил, шкурки там сдал и купил. Я очень рано начал считать, там 5 лет было, не было, не знаю. У отцу уже газеты считал. И вот такая наша простая жизнь. Заварки у нас вот разные травы, куда ни посмотришь. Вот тут набитые. Вот. Я заварку, которая чай называется, не признаю. Ни под каким видом. Все это наркотики. Чай, кофе, какао абсолютно не должно быть. Вот и все. Ну, остальное я завтра отдельно ролик покажу, как кошек ловим, сажаем. А потом еще вечером с 4 часов опять кошек ловлю, погреб сажаем. Закрыли, придавили, и тогда голубям проход. А чтоб сюда не попали, вот они где. Так, а где они у меня? А ну-ка зайди сюда, Влади. А, вот они. Потихоньку сюда пройди. Покажи. У меня тут зеркало. И они вам все время смотрятся в зеркало. Вот подойди отсюда, видно будет. Он оттуда зайди, чтобы видно было. Шагай, не бойся. Пройди, чтобы они отражение их в зеркале. Они очень собой любуются. Видно там их? И он когда один, он зайдет и воркует, воркует, там пытается его долбнуть. Соперника гонит-то. И она тоже сама подойдет, он та, которая ближе к зеркалу. Она, видишь, какая дубоносая. Он-то ершится, а она как вся точеная, фигурка-то у ней. Ну, так вот, все это заслано, еще нигде нету, как будто бы. Если вон там где-то есть что-то маленькое, я на бумажку соберу и все, а то, как, они скрашивают жизнь.
И вот он сейчас готовит гнездо ей. Второе, подойди маленечко. Подойди. Тут не наступи на это. Я вот сюда покажи. Я покажу сейчас. Ой-ой-ой, да какие они у меня хорошие. Это уже ему сколько, не знаю, сейчас он здесь фукнет. Вот он какой. Скоро я их буду здесь выпускать, они у меня будут расти, привыкать. Два голубя. Вот. И он теперь опять за ней ухаживает. Эти еще не выросли, детсадики находятся. А вон в новое гнездо. Вон там видно. Вон тебе покажи, где. Сейчас я буду им уборку делать. Они отправляются рядом. А он здесь залезет и воркует, ее приглашает. То есть, ну что, благословенно. Вот так наш завтрак. И где люди, спрашивают. Надо поправить, подскажу. Люди все подскажу на своем месте. А сейчас мы будем записывать чат-рулетку. Беседу, я стою, считаю, с лестовкой в руке. К слову сказать, у меня это щетки потерялись, да вчера сразу вернули. А щетки, значит, хотел наказать Серафима, чтобы дала, у нее лишнее есть. И пойти, здесь лавка есть. Но нашелся человек один, и Михаил Петрович, он нуждается в этом. У него свои щетки есть. И я говорю, буду молиться это каждый раз за тебя. А другая, Александр, там, кто? Александра Михайловна услышала, тогда мою щетку возьмите, чтобы за нее молиться-то. Ну, вот так в простоте живем. Вот. Я просто хочу это сказать тем, которые нападают на нас, у них ничего нет. У нас 14 100 с чем-то роликов, 14 тысяч. Так еще сколько под замками, уже закачано, только замки снять, еще там сотни-полторы наберется. И они разные все, и как занятия идут, и как на работе, нигде не бываем. А которые нападают, у них ничего, нигде нет. Вот какой-то Синицкий, кто он такой? И все уголовники какие-то, уголовники. Вот тогда Калинин был, Александр этих. Ну, Господь показывает. Мы ничем не лучше, мы также, если бы не имели общения с Богом, друг с другом. Мы отдельно нигде не бываем. Он ни одного у него ни ролика, ничего не показывает. Только меня Бог избрал, чтобы делать пакости. Ну какой Бог? И напишет с маленькой буквы. Бог века сего дьявол. Вот он присматривает за кем-то, там что-то начинает. Вот. Да не надо этого. Надо жить коротенькую жизнь, интересно и красиво, даже в бедности. Вот я просили, я выполнил задание. Вот она опять подошла, смотрится. Вот они у меня. Вот сейчас только сюда заходи, они сейчас слетят. Сейчас я им сброшу, у меня все время семечки здесь есть, и они очень любят. А я им подхожу, вот так вот бросаю. Вот у меня кружечка здесь, ну, вот я везде набросаю им. И туда, где песок есть, и здесь, вот сейчас они слетят. Они это видят, и видите, как смотрят внимательно. И смотри сейчас какая. Сейчас я отошел сюда, гуля. Вот они, пошли. О, с чем это можно сравнить? И те, которые нападают, хоть у них и фамилия там от Синички, а все это звери лютые. А у нас конкретно, вот оно все. Вот я сел, они около меня. У меня написано там, как я впервые влюбился в голубей. Неполных 5 лет, наверное, было мне. Жили конзавод 140 Тюменцевского района. Вот она, подожди. Сейчас я возьму и брошу здесь. Они подойдут. На ноги, на колени раньше садились. Вот так. Ну. Сейчас я им дам. Ну и конзавод. Так, гуля. Гуля мои, гуля. Вот они пришли. Давай сюда, сейчас. И шли там, я помню, конюшни были, лошади какие. И шли на восток, теперь я знаю. И на балке увидел я голубицу. Она сидит на гнезде. Она мне, тетка, не может сдернуть с места. Я как глянул в нее и влюбился на всю жизнь. В голубях столько всего интересного, ни в одной птицы нету. Такой птицы нету, чтобы ее увозили куда-то, брали в руки, привязывали ей письмо, как в войну было. В войну показаны большие такие голубятни на колесах, у немцев были. Вот они подошли. И чтобы возвращаться. Такой птицы нету на свете. И притом столько пород, какие хочешь. И там декоративные, и мясные. Вот я показал там за колеты. А куда девать? Почему не возмущаются, что вот они, я сижу рядом. Куриц колят, индюков колят. А я показал, что у меня, ну куда, допустим, один раз пришлось, это селекция называется, 300 голубей. А так, мы зовем их рябчики. Все угощались, отеребили.
дальше поджарили на этом, на огне опалили их. Они очень вкусные, диетическое это мясо. Это естественно так. В Каире, в Египте, только один маленький ресторанчик, где фаршированных поджаренных голубей продают, но они меньше размерами, жуют с косточками вместе. Даже я не понимаю, как это. Вот он подошел, ждет опять. А совсем дикой был. Еще в этом нету, но усыпились, больше ничего не надо. Лицемеры. Это лицемеры. Едят мясо, а я мясо не ем, в рот не беру. Никакого. Больше полвека. А куда девать? Прокормить я могу, допустим, 25, больше не потянет. И так я почти 1,5 тонны зерна должен приобрести. Кабы не Игорь Бараба, что и голубей не держал бы. Вот вода. Они, когда жарко, залазят, купаются. Вот интересно, тот раз искупались и больше не лезут. Вот они. А зимой, когда бывает, раньше им тертую морковь давал и разное. А сейчас пшеницу, горох, вот это, семечки. Вот они подошли. Ну ладно. Все, пока. Слава Христу. Дальше я руки ополосну сейчас.